Далее смотрите рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, сегодня узнал наша съемочная группа. Девушке предложение сделал. День рождения у нашего близкого, очень близкого друга. Ему сегодня 21. Моя внученька закончила первый класс. На стоматологии реставрация. Узнали, как реставрировать зубы, как вставлять пломбы и все в этом духе. Буду выступать скоро на рэп-баттле. Искупался со сегодня третий раз в Волге. И завтра еще 5 раз пойду. Мой еще с внучкой одуванчики. А я к папке приехал. Ну, нас с общаги, в принципе, выгнали с утра. Там тараканов травят. Скоро буду поступать. Второе высшее образование. Меня вчера отчислили. Мы сходили в секонд-хенд, и я ничего не купил. Я зашла в магазин «Книжный развал» и купила книги, которые я хотела, Голсуорси. В армию отправляюсь. Служить. Я сделала операцию, теперь восстанавливаюсь. Отжался на кулаках 70 раз. Первый раз автобусом приехал из Москвы в Саратов. Купили квартиру, делаем ремонт. Я сделал добро, помог детскому дому.